В наш высокотехнологичный век существует и каждый день появляется множество приборов и устройств, помогающих нам в повседневной жизни и тем самым облегчают нам решение многих задач. Одним из таких помощников является проводная миниатюрная видеокамера GK107A. Эта камера отличается от множества представленных на сегодняшнем рынке миниатюрных видеокамер особенностью строения корпуса. Данную камеру можно установить на входной двери нашего дома или квартиры вместо обычного глазка. И никто даже не заподозрит, что это камера. А преимущество такой инсталляции вы, наверное, уже догадываетесь. Во-первых, технические характеристики данной камеры позволяют скоммутировать ее с любым устройством записи и монитором или же телевизором. Во-вторых, даже при плохой освещенности усиление до 18 дБ, развертка 628 на 582 и разрешение 380 ТВ-линий дадут качественную и разборчивую картинку. А представьте себе, какие возможности даст вам совместное использование этой видеокамеры с электромагнитным замком и датчиком движения. Первый позволит вам, не спускаясь в холл вашего коттеджа или не открывая от работы за компьютером или, допустим, от просмотра любимой телепередачи, увидеть на экране гостя и решить, нажать кнопку, открыв дверь, или нет. Ну а датчик движения с коммутированной системой даст вам возможность автоматического включения и выключения записи изображения, тем самым зарегистрировав приход тех, кто был около вашей входной двери. На мой взгляд, такие помощники очень облегчат, а также обезопасят вашу жизнь. А отдельно взятая камера GK107A оградит вас от нежелательных гостей.